будем держаться на четырех китах, это охота. То есть это охота, то это все виды охоты. Это легавые, там, борзы, соколиная охота. Это все в рамках, вернее, через призму национальных традиций и колорит казахского народа. Если мы говорим рыбалка, то это все виды рыбалки. А рыбалка существует только 23 вида рыбалки. Если говорим о туризме, то туризм – это все, любой туризм. Вело, горный, пеший. Знаете, да, что такое, сколько было видов туристических маршрутов у нас в те времена, в добрые времена. Ну и вот, и естественно, конечно, это будет это рассказывать много географии, о исторических местах Казахстана, об интересной встрече с интересными людьми. Мы постарались избавиться от какого-либо там негатива и политики. Я думаю, будет интересно и рыбачить, и охотиться, и путешествовать с телеканалом Туран-ТВ. Это настолько захватывает, что даже мы иногда смотрим свои сюжеты, думаем, неужели это мы все сняли, и побывали, и полетали, и научились это все делать. У нас есть договоренность с Сашей Винокуровым, что операторы из Туран-ТВ будут приезжать на гонки и будут снимать быт спортсменов, потому что гонку ее и так показывают. А вот как они живут, о чем думают, что едят, как готовятся к этому. Это будет каждому интересно, для молодежи, для нашей это будет такой стимул серьезный, чтобы мы их отвлекли как-то от улицы и от нехороших всяких тех дел, которые есть, мы их хотим привлечь в спорт. Мы немножко пошли нестандартным путем. И выходим сейчас даже не на кабельном телевидении, а мы выходим как интернет-телевидение. Мы сейчас присутствуем в интернете, у нас есть собственный интернет-сайт. У нас телевидение выходит как интернет-телевидение. Это тоже можно сказать, что это впервые в Казахстане. Но со временем, я думаю, что сайт www.turantv.kz станет настолько популярным, что его будут смотреть во всем мире.